Миди в сливочно-чесночном соусе с тимьяном и лимончиком. Ребят, 200 рублей упаковочка, хватит на двоих вполне. Готовить 10 минут. И по традиции ингредиенты с граммовками в описании под видео. Погнали. Первый раз беру марка Агма. Хороший миди, плотный, и лишь попалась одна, которая раскололась. Пахнет. Кайфовый, кайфовый. Все открытые, в собственном соку миди. Смотри, какое мясо. Кайф, кайф. Пахнет очень вкусно. Я думаю, мы даже с этим соком добавим в соус, чтобы он пропитался соком от миди, собственно говоря. Так, погнали. Пока греется сковородка, я добавлю сюда сливочное масло. Все. Пошло плавиться. Значит, что? Индукционная плита работает на обыкновенной сковородке. Чувствуешь, как чесноком пахнет? Пахнет, пахнет, пахнет чесноком. Вливаем сливки. Двести миллилитров сливок на полкило миди. Сразу куда? Правильно, в мусорку. Теперь чуть-чуть прибавляем. Готовим наши к миди к спуску. Тимьянчик. И никогда наше блюдо не обойдется без смеси перца. Поперчим. Отсюда меня нормально видишь? Хорош. Выкладываем миди. Выкладываем. Погнали. Я выложу прямо с жидкостью, в которой были миди. О, красота! Чуть-чуть прибавлю температуры, чтобы пошла быстрее реакция. И тимьянчик. Почти получилось. Сковородка бомбео. Оп, 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 бежишь за мной? У нас остался хлеб. И мы сейчас сделаем хлеб, пожарим его рядом с мидиями на сковородочке и подадим жареный тост к нашим мидиям. И вы будете макать этот хлеб в соус из-под мидий и просто кайфовать. Это лучшая юшка на свете. Мидии готовы, и теперь нам осталось их выложить. Сейчас прям соус сюда. Не забудьте подписаться на Boosty, там очень много крутых рецептов. Ссылка в описании. У нас все готово, мы побежали пробовать. А если у вас остались вопросы, переходите на наш телеграм-канал «Готово». Ссылка в описании. Всем пока. Вообще, конечно, желательно бы вилочка. Вот здесь есть нога, ведете мясо миди к ноге, и у вас аккуратно снимается, видите? Mm-hmm. Вот. Потом такой соус, опа. Это в рот. Винишко еще. Очень вкусно. Капец, очень вкусно. Потом створку оставляем. Угу. Берем другую мидию. Вот в соусе прям, да? Взяли. У вас створка есть. Видите? Она выполняет функцию хватательной. Мидию подели. Ой, чуть неудобно. И вот так вот в рот. И тушите пожар винишком. Винишка нет. Побежал за винишком, бегу уже. Пятки сверкают.